В ночь с 18 на 19 января тысячи ульяновцев отправятся к купелям, чтобы принять участие в массовом крещенском купании. И для того, чтобы все прошло без происшествий, на Иорданиях будут дежурить несколько сот медиков, полицейских и спасателей. На плечи последних ложится основная задача по обеспечению безопасности. За несколько дней до крещения сотрудники МЧС провели тренировочные занятия, на котором отработали свои действия во время купания. Помогли им в этом члены Ульянского клуба холодового плавания, которые купаются в ледяной воде не только в крещенскую ночь, но и всю зиму. Ну все, окунайтесь как раз. Там, по-моему, тарабас дном. Вот здесь тоже. Одним из тех, кто участвовал в тренировке, стал студент 5 курса медицинского факультета УЛГУ Изак Кулубали, который приехал в Ульяновск из Гвинеи-Бисау. Для него это не первый опыт купания в холодной воде. Впервые он окунулся 2 года назад, именно на крещение. 2 года назад мы вдвоем. К сожалению, в этом году я один. Больше пока никто не захотел еще к вам присоединиться. Вот еще один чувак. Я думаю, да он сказал на следующем году. Для того, чтобы Изаку и тысячам других купальщиков в крещенскую ночь не пришлось даже задумываться о своей безопасности, в Иорданиях будут установлены деревянные короба с дном, самих купальщиков будут обматывать страховочным тросом, плюс придержат крепкие мужчины-спасатели. Один из обязательных инвентов на учениях и вообще на купаниях – это багор. Но это не людей доставать, это лед в проруби колоть как-то вот так вот так, чтобы не замерзало и люди нормально купались. Искупаться в крещенскую ночь на территории Ульяновской области можно будет в 83 Иорданиях. 7 из них оборудуют на территории областного центра. У меня только просьба одна очень большая. Тем, кто будет данный обряд выполнять его в местах организованного купания. Там, где есть спасатели, где есть медики. Потому что разные случаи бывают. У нас несколько лет назад тоже были где-то порядка 8-9 лет трагические случаи. Для того, чтобы это избежать, необходимо в организованных местах купаться. Погода в этом году крещенским купаниям помешать не должна. Потепление в ближайшие дни не ожидается, а толщина льда уже достигла 30 сантиметров. Два раза толще минимума, при котором можно выходить на лед. Игорь Улитин, Павел Макаров, Ульяновская правда.